Дамы и господа, представляю вам квартиру для отдыха в городе Саки. Квартира расположена на улице Прохорова. Сейчас визуально покажу, где находится. С окошка мы видим магазин 24, круглосуточный магазинчик. Дальше через дорогу супермаркет Пут. И в принципе весь город как на ладони. Три дороги в направлении прямо к санаторию Саки, санаторию Бурденко. Направо идет трасса на Евпаторию к санаториям Полтава, к санаторию Юрмино. Налево, соответственно, трасса на Симферополь. То есть грязи лечебное озеро у нас прямо в центре города. За спиной у нас ЖД вокзал. Прямо у нас также автостанция. Мы находимся на лоджии. Лоджия большая. При желании можно отдохнуть. Посидеть здесь, есть кресло-качалка, то есть перед нами город как на ладони. Сейчас вкратце покажу квартиру. Кухонька, микроволновая печь, холодильник, стол, соответственно, варочная поверхность, кухня встроенная. Водичка горячая от котла, и в резерве есть бойлер. Здесь у нас все необходимое для приготовления пищи. Чайники, посуда, чашечки, вилочки. Дальше у нас ванная комната. Ванная комната. Пожалуйста. Туалетная комната, соответственно. Прихожая. В прихожей стиральная машинка. Зала. В зале телевизор. Телевизор у нас смарт. Да, видим смарт ТВ. 43-я диагональ. Кондиционер, если вдруг жарко, включаем для охлаждения. Большая двухспальная кровать и диванчик. Также есть очень удобный шкаф-купе. Большой удобный шкаф-купе. Здесь с окна во дворе многие спрашивают парковочку для автомашин. Пожалуйста, большой двор. Машины ставят все жильцы без проблем. Также во дворе есть детская площадка. Вот таким вот образом она выглядит. Тут шкаф-купе. Видим стиральную машинку. Видим смарт-ТВ. Также есть вторая комнатка. Во второй комнате у нас две кровати односпальные, шкафчики и гладильная доска. Все, спасибо за внимание. Кому понравилось, ждем вас на отдых в городе Саки. До встречи!